Вот так граждане с активной гражданской позицией проводят выходные дни. Смотрите, на вашей территории стоят конусы, это разве не правонарушение? Правонарушение? А почему вы не устраняете? Ну, смотрите, честно, почему они вызваны? Что вы докладываете? Вы понимаете, вы как бы взрослые люди, сами понимаете, что это ограждение конусов. То есть не мои, не полиция. Все-таки они приезжают в конусы. Ну, скорее всего, как я понимаю. Роддом приехал? Нет, я просто убираю на проезжей части, чтобы не мешало. Нельзя просто выставлять. Знаете, что вы административное правонарушение совершаете? Почему? Нельзя выставлять такие ограждения на проезжей части. Кто это сказал? Ну, закон Санкт-Петербурга есть. Так, есть. Ну, вы же сами здесь так, стоите, так, если так, кто-то будет не туда, вы скажите, а ограждение нельзя. Ой! Я стою на улице, я снимаю здание. Я его снимаю. Ограждение не ваше, просто говорили нам, что ваше. Нет? Ну ладно. Простите, пожалуйста, мне сейчас просто перезванивали из ГУВД по заявке, мы два спросили, уточните вас, вы какие-нибудь меры принимали в связи с этим административным правонарушением? Ну там передавали в дежурную часть? Лично я нет. Вы, может, сообщали кому-то или что? Лично я нет. Почему? Сотрудник полиции. Ну что? Ну как, вы не должны пресекать административное правонарушение? Так вы на полиции там. Пресекать. Если они консульские. Ну что? Какая разница, чьи они? Они как имущество консульства. А вы уверены, что это имущество консульства? Да. Вот, и они, что? Они? Как и здания дипломатические, как и транспорт дипломатический, они пользуются тем же самым привилегиями. Конусы пользуются привилегиями? А как имущество дипломатическое. Как почты дипломатические, если вы Венскую конвенцию читали. Вот, возьмут они сейчас из своего здания унитаз и посреди проезжей части поставят. Этот унитаз пользуется вот неприкосновенностью, он будет стоять, а тут будет пром, никто ничего с ним не сможет сделать. Как бы не смешно это звучало.